Продолжается прием заявок на участие в конкурсе, посвященном Дню работника сельского хозяйства. Об этом сообщает в Управлении агропромышленного комплекса и торговли региона. Конкурс состоится 12 октября. К конкурсу допускаются сельскохозяйственные кооперативы и предприятия, работающие в сферах агропромышленного комплекса и ветеринарии. Также посоревноваться смогут и простые работники вышеуказанных организаций. Конкурс определит лучших в нескольких номинациях. Например, лучшая оленеводческая бригада, лучшая телятница или лучший оператор машинного доения. Подать заявку на участие нужно до 15 сентября в Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого округа.